Так вот, что за качество кризисов мы переживаем, когда переходим из одной значит, ячейки в другую? Значит, на вот этом рубеже, на рубеже смены ведущей чакры года, ведущего энергетического центра года, наблюдается эффект, который сродни переключению скоростей на автомобиле. Вы с одной скорости сняли на нейтралку, и это вот эта линия. Автомобиль еще едет, но вы даже если газанете, а сцепления-то нет. А потом вам нужно еще воткнуть следующую чакру, очувствить ее, раскачать. И вот на этапе подтормаживания той чакры, которая раньше вас вела, той передачи, на которой мозг работал и организм работал раньше, и переход на следующую чакру, вот этот момент, он совпадает с днем рождения. Но минус неделя и плюс неделя. Вот две недели в районе дня рождения люди находятся в нестабильном состоянии. Это нужно знать. И именно на этом основано, на этом знании основана рекомендация день рождения не справлять в этот самый день рождения. Рекомендуется, если мы в социуме все-таки живем, справлять день рождения через 3 дня на 4-й после того дня, когда ваш календарный день рождения случился. Объясню, почему такая штука. Раньше невозможно. Почему говорят, к неблагоприятному исходу ведут дни рождения, справленные заранее. Сейчас объясню, почему это получается. Дело в том, что если вы собираете гостей тогда, когда ведущая чакра года начинает угасать, вы входите, еще только входите в слабое состояние, вот сцепление вырубили, а тут навалилась куча гостей, которые на вас своими мнениями, доброжелательством своим повоздействовали, то это сродни тому, что на автомобиль повоздействовал боковой ветер. А у вас сцепление выключено. Оно биологически выключено. Вы его не сможете включить реально. Значит, на автомобиль, когда действует боковой ветер, во Франции, например, где я был на трассах, стоит значок. Вот здесь флюгер. То есть здесь аккуратнее, не надо ехать быстро и резко дергать рулем. Потому что ущелье, и там могут быть последствия очень нехорошие. Изменение траектории движения автомобиля. Поэтому, если вы собираете гостей раньше, то вы усугубляете свои мотыляния в кризисной зоне. В день рождения вы самый слабый, вы имеете самое слабое состояние из всего года. Самое слабое состояние. Очень у большого количества людей в день рождения наблюдаются депрессии. Они объективно обусловлены. Какая там эмоциональная оболочка? Все чакры в разбалансированном состоянии находятся. Еще гостей туда привлекать в это время. Ну, ребята, это будет закладочка. А вот когда вы переформировались, прошел один лунный знак зодиака, 3 дня. 3 дня прошло. Вот у вас уже начинает включаться ваша ведущая чакра следующего года. Вот тут вы можете гостей принять, этой чакре сразу объяснить условия жизни в следующем году. То есть это типа холодная вода на темечко, стимуляция, будьте здрасте, какая получается. Но вы уже выбираетесь из этой ямы. Уже депрессняк ваш закончился, уже гости не так ненавистны. И даже более того, если гости реально ваши друзья, то они видят вас уже перерожденного. Вы вышли из куколки, вы уже вот с мягкой кожицей, вы еще все очень хорошо чувствуете, но уже вы вышли из кокона. 3 дня после вашего дня рождения прошли. Вот на 4-й день, ради Бога, собирайте гостей. Вот это правильная постановка вопроса, когда, что, в какой ситуации делать, чтобы следующий год в вашей жизни был наиболее успешным.